жив сеньор не старый, хотя уже не молодой. Любил он с грешною гитарой бродить под грешною. Только сказку сказывают скоро. Жизнь прожить, не поле перейти. Есть еще в России мушкетеры, хоть порой непросто их найти. Может быть, осталось их немного, но они еще в России есть. Рыцари без страха и упрека, в ком живут достоинство и честь. Вот, к примеру, с выправкой гвардейской, крепок и надежен, как броня, офицер Владимир Городзийский. Жалко, что без шпаги и коня. Нам, друзья, сегодня не до смеха. Тут такое дело, господа. Городзейский должен вставить веху. Мы ему должны сказать, куда. Внимание, внимание, мадам и месье, леди, джентльмены, сэр и... Миссэр. От имени и по поручению Его Величества Хуана Карлоса I де Бурбона, главы испанского государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, к нам прибыла команда сеньоров-мушкетеров творчества Кагал для награждения юбиляра. Юбиляр награждается медалью «Бретельки на бретельке». И выпавшим первым снегом, за неугомонное усердие во благо и проявленную при этом доблесть, за неоспоримый вклад в возведение и организацию, за всемерное способствование и неуклонное развитие, за непримиримое обеспечение и решительные действия вопреки, за веру в будущее и в связи с 60-летием, Владимир Городзийский эсквайр посвящается в рыцари и награждается медалью «Бретельки на бретельке». Медаль «Атлет» в единственном экземпляре и дает своему обладателю право на следующие привилегии. Первое. Смотреть, как солнце всходит над Чигетией моей, ежегодно в ту же смену. Получать бесплатный скипас на горнолыжные склоны Эльбруса и Чигета в летнее время. Менять шило на мыло один раз в 3 года, покупая новое горнолыжное снаряжение. Четвертое. Ездить со своим самоваром в любые путешествия постоянно. Пятое. Ходить со своими дровами на все мероприятия без ограничений. Шестое. Бабу с воза один раз в год по собственному усмотрению. Седьмое. Наводить тень на плетень строго по рабочим дням. Восьмое. Вставать не с той ноги 2 раза в год 4 декабря и 24 февраля. 9. Кататься как сыр в масле пожизненно. И 10. Ходатайствовать о переименовании города Нижний Тагил в город Верхний Городзийск. Шампанское рекою, пусть не рекой, пускай ручьем. Да за событие такое мы вам и трезвыми споем. Наш юбиляр, герой библейский, он только этого и ждет. Ну, с днем рождения, Городзийский, ну, здравствуй, Вова, Новый год. Может, напали в цвет, а может быть и нет. Но пропели нам куплет и привет. Судьба к нему благоволила. Родился в 3-й день зимы в верховьях Нижнего Тагила. А не какой-то хохломы его оставили не кстати. Слегка ослабивши надзор, Володя вылетел с кровати и так летает до сих пор. Может, мы попали в цвет, а может быть и нет. Но пропели вам куплет и
привет! Была похожа у Володи, мечта всем нашим не чета, парить, как птица в небосводе, его манила высота. И парень стал таки пилотом, и песню пел открытым ртом, что первым делом самолеты и то, что девушки потом. Может, мы попали в цвет, а может быть и нет, но пропели вам куплет и привет. Объездил он почти полмира, сжег керосина сотни тонн. Он видел Рим, сады Каира, Сидней, Бобруйский, Веллингтон. Теперь Володя на гражданке, в том смысле, что не входит в рать. Нашел себя в приличном банке, поскольку знает, где искать. Может, мы попали в цвет, а может быть и нет, но пропели вам куплет и привет. Теперь уже другие цели, теперь купить билеты изволь. Париж, Мельбурн, Марсель, таможня, паспортный контроль. В полетах больше нету стресса, комфорт добавился побой. И кнопка вызов, стюардессы в любое время под рукой. Может, мы попали в цвет, а может быть и нет, но пропели вам куплет и привет. Он президент и горнолыжник, и рифмой души бередит и знает все, не понаслышке он про факторинг транскредит. Он вам споет бойчей Акына, и лишь начнет, коснувшись струн, как тут же горная лавина сойдет с горы Дангузару. Может, мы попали в цвет, а может быть и нет, но пропели вам куплет и привет. Красиво он по жизни ходит, ему бы отдохнуть хотя б. Идет направо, баб заводит, идет налево, тоже баб. Так вот, на радость всем мужчинам, на протяжении многих лет он в окружении трех блондинок, счастливый муж, отец и дед. Может, мы попали в цвет, а может быть и нет, но пропели вам куплет и привет. Года бегут и время мчится, страницы жизни шелестят. Товарищ выглядит на 30, на самом деле 60. Какой бы славе ни купался, будь ты хоть летчик, хоть банкир, каким ты был, таким остался, ты наш любимец и кумир. Может, мы попали в мазь, а может даже в цвет. Так, куда бы еще попасть? На банкет! Дорогие друзья, низкий Гарри Гудермилов, дорогие друзья. Вот. Мне не сложно передать все то, что мы чувствуем. Да, единственное, то, что радость, то, что у нас сегодня наш замечательный, потрясающий друг Юра, аплодисменты. Вот я надеюсь, что очередь на запись за небольшие деньги, да, на копию записи, будет до самого Нового года. Потому что то, что сегодня происходит, это невозможно увидеть ни в каком телевизоре, ни в каком этом самом комеди-клабе, ни в какой нигде невозможно. Потому что это потрясающе. Это день рождения Владимира Давыдовича Городинского.